Несмотря на ледяной ветер и совсем не весеннюю погоду, девочки из отряда юных инспекторов дорожного движения держат в замерзших руках плакаты с лозунгами так, чтобы их было видно из проезжающих машин. Очередная акция направлена на профилактику ДТП, которая происходит из-за превышения скорости. В прошлом году в Сарое произошло 99 аварий. В 6 случаях причиной стало превышение скорости. Напомнить водителям о том, что необходимо соблюдать скоростной режим на дорогах города. К сожалению, в таких автовариях погибают и дети. Дорожный патруль 5-й школы тщательно подготовился к акции. Яркие плакаты привлекали внимание водителей издалека. В этот раз школьницы решили воздействовать и на эмоции автолюбителей. Они раздавали листовки, на обратной стороне которых второклассники написали пожелания водителям. Мы вышли на улицу для того, чтобы напомнить водителям о том, что в черте города очень важно соблюдать скоростной режим, очень важно соблюдать правила дорожного движения, очень важно внимательно управлять транспортным средством вблизи пешеходных переходов. Старания участниц отряда ЮИТ не оставили водителей равнодушными. Они соглашались с доводами детей и твердо обещали им никогда не превышать скоростной режим. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24.